Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Приветствую вас сегодняшним осенним днем из города Белгорода. С вами Елена. И в этом видео я покажу небольшие свои покупки из магазина Fix Price, в которые я регулярно наведываюсь, иногда в несколько магазинов, и нахожу какие-то интересные штучки. Сейчас как раз в магазине время осенних декораций. Очень много самых разных, самых необычных, на любой вкус и цвет, по любому желанию. Вкус и цвет означает, кто как видит для себя осень, как ее представляет, так может для себя выбрать эти декорации. Мне с каждым разом в магазине сложно выбирать что-то новое, потому что за все эти годы, как я посещаю этот магазин и декорирую свой дом и жилое пространство, у меня столько уже накопилось, что когда я выбираю, какие-то очень интересные вещи, которые я могу использовать. Конечно же, возникает проблема борьбы с избытком вещей. Это у меня своего рода болезнь, как и у многих тех, кто любит декорации, рукоделие. Бороться очень тяжело, потому что кажется, что все очень нужное, все пригодится. Ну вот, стараюсь себя ограничивать, потому что иначе декорации поглотят наш дом, и мне их просто некуда будет девать. Очень редко что-то старое выкидывается, потому что оно не успевает приходить в негодность. Ну а новое магазин Fix Price нас радует, и устоять очень сложно. И вот кое-что в этот раз я приобрела, хотя там было очень и очень много, и мне было очень трудно устоять. И вот я купила такого гномика осеннего, миленький такой, пушистенький. Тут у него даже какие-то хвостики с бантиками, колпачок. Конечно, рукодельницы могут его сами сделать, если захотеть. Но иногда не хочется заморачиваться, лучше купил интересную вещичку и пользуешься. Так, в принципе, ничего сложного нет, и сшить это возможно. И на основе такой вот фигурки свою можно креативную создать. Вот такой вот милейший. Его можно посадить в корзинку. И вот так. И можно посадить, чтобы он опирался на корзинку, и на окно, и на какую-то полочку в шкафу, и просто открытую полку. Цена этого милашки 249 рублей. Ну вот, обратите внимание, они были в таких салатовых колпачках. И еще коричневый. Я выбрала себе такой. И не устояла перед вот такой декорацией осенней. Цена ее 149 рублей. Очень красиво будет смотреться на окне, на подоконнике, на полочке тоже. Интересный такой вот цветочек. Там тоже было много разных видов наполнения вот этой тыковки. Я выбрала вот эту. А так и всевозможные светильники для свечки, подсвечники, и керамические чашки, и много всего. Поэтому зайдите, посмотрите, может быть, вы что-то для себя интересное найдете. Я ограничилась только вот этим. Потом, как всегда, я люблю покупать вот такую лапшу вьетнамскую со вкусом том-ям. Из всего, что мы пробовали, что продается в России, это самое лучшее. Нравится и нам, и нашему сыну. Поэтому регулярно приобретаю. Цена 79 рублей. Потом, это не новинка, но я вот обратила внимание на такую ложку на прищепке. Очень удобно, например, на пачку с кофе прикрепить, чтобы кофе потом доставать. Может быть, каким-то там пакетом сыпучим, чтобы удобно было не ложку искать. Она дешевая, 49 рублей. И вот у меня чаще всего возникает проблема: кофе, который я завариваю в чашке, нужно доставать. Я все время ищу ложку. Потом вот из новинок мне тоже понравилось. Это вот такие пакеты. Они упакованы в такой большой пакетик, а там уже несколько пакетов. Сейчас посмотрим, сколько тут штук. 100 штук даже. Крышка на резинке. Чем удобно? Вот иногда тарелку в холодильник ставишь и ищешь, чем бы прикрыть.
А это такие удобные на резинке пакетики. Ты можешь закрывать емкости, и запах по холодильнику не распространяется, и свежий продукт остается. Обратите внимание, мне понравилась такая идея. Тем более не будут загромождаться крышками, крышки не будут съезжать. И вот пряжу я себе нашла в очередной раз. По крышкам вот этим вам сейчас скажу. Так, 79 рублей. 79 рублей за 100 штук. Ложка 49, я сказала, и пряжа. Пряжа производства Турции. Пряжа Baby One серия. Написано антипилинг. Наверное, не будет катышки давать. Очень мягкая вот такая вот на ощупь, комфортная. Из такой пряжи хорошо. Понятно, что и детские вещи, раз это коллекция детская. Можно что-то на декоративные штуки. Это украшения, это пледы какие-то. Я, конечно же, обратила внимание на вот этот терракотовый цвет, потому что тыковки хорошие могут получаться. Серый тоже для тыковок подходит. Или для каких-то пледов. Даже вот такой комбинации три цвета, если соединить, тоже будет оригинально смотреться. Ну вот, такие покупки небольшие, но имеют для меня значение и смысл. Я, конечно, с удовольствием смотрю обзоры из магазина Fix Price, где блогеры проходят и показывают по полочкам. Таким образом, они нас информируют о том, что завезли в этот магазин. Обращаю на что-то внимание, потом иду сама на поиски. Конечно, не всегда все находится, что мы видим в видео. Это все зависит от магазинов. Причем даже в одном городе, в нескольких магазинах могут быть разный товар и ассортимент. А потом уже выбираю, что мне понравилось. Но опять же, ограничиваю себя, насколько это возможно. А это, повторюсь, еще очень сложно, потому что я по характеру вот такой вот накопитель. Люблю копить, люблю хранить, а потом получается чрезмерно и переизбыток. Надеюсь, это видео было вам полезно. Обратите внимание, может быть, вы что-то для себя тоже приобретете. Тут и для рукоделия пряжа, тут и декорации, и, может быть, вот эти вот крышечки. А вам спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч. В конце видео покажу вам вот этот еще раз декор. Тут у меня своя композиция, которую я составила из хризантем шаровидные, которые на косту мультифлора со своей клумбы и задекорировала в коробочке бечевкой. Это я связала тыковку тоже из пряжи магазина Fix Price. Практически вся пряжа, из которой я что-то делаю для дома, для себя, это магазин Fix Price. Поэтому у меня ее много разных цветов и постоянно себе подкупаю. Ну а вам прекрасного осеннего настроения, цветов в любых расцветках, какие они сейчас есть в природе и на наших территориях, где мы проживаем. Ну а если уж нет настоящих цветов, то можно порадовать себя вот такими декорациями из магазина Fix Price. Сделаны качественно, сделаны хорошо, приносят настроение, радость. Вам удачи и до новых встреч!